Доброе утро. Вчера наплакалась, сегодня вроде так это. 4 часа поспала, получше мне стало. Сейчас пойду к Ляле свои зайду. Заберу. Буду кормить. Ой, доброе утро. Сижу, думаю, выписку ж надо делать. Я же вообще изначально не хотела никаких выписок. Думаю, да ну, прошлый век, что это такое, нафиг надо. Ну, вот. А теперь подумала, а что это мы с ребеночком не заслужили выписку? Заслужили. И вот надо что-то придумать. Не знаю, что придумать такое интересное, что было. Ну, вот какое-то вот необычное хочется что-то. А как вам белый лебедь на пруду? Кря-кря-кря. Тут прогуляться вышли. Все в цветочках так. Приятненько. Так, что у меня сегодня на завтрак? Булочка, сырок, омлет, каша, джем, масло, 2 вафельки, чай с молоком. Такая приятная комната для лекции. Сейчас будет лекция по грудному вскармливанию. Мне как раз это сейчас очень нужно. На коленочках, и мы грудь свою не должны тянуть до малыша. То есть малыш у нас всегда располагается около груди. Да? То есть вот на уровне груди малыш располагается. Малыша мы поворачиваем на бочок, животик к животику должен лежать. Малыш не должен лежать на спине и шею тянуть до вашей груди. То есть в таком положении, конечно, малыш устанет, и хорошего и захвата не будет, и хорошего сосания, конечно, не получит. Малыш неправильно что-то сосал. Иногда бывает, что встречаются чувствительные сосочки, просто отриоды, они болезненные, чувствительные даже. Все, мы готовы к выписке. Мамаша в деле. Мать. Уже мать. Все. Попробуй, что скажи. Ой, вот. И даже выписываться не хочется, потому что настолько здесь классно. Мне уже моя комната стала вот прям такой родной. Вот прям это моя комната. Акушерочки, санитарочки, это уже мне стали просто родственники и лучшие друзья. Вот. Хочу вам оставить ссылку на Аиста Капуста. Подписывайтесь, там очень много интересной какой-то информации. Вот я пока лежала, постоянно читала. И вот про грудное вскармливание, допустим, там, про зачатие. Ну, масса интересного. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. На Аиста Капуста. Вот так, мне кажется, мать должна выходить красивой на выписку, правда? Мазик, спасибо огромное. Так круто уложила, накрасила. Смотрите, глазки как. Губки красивые. Причем, что самое интересное, Алмаз собирается совершенно на любые мероприятия. То есть, будь то в роддом приедет на выписку, ну, свадебная история, поминки. В общем, Алмаз, она такая, знаете, очень мобильная девчонка, поэтому, если вам куда-то на корпоратив, там, может быть, на совещание какое-нибудь, нужно собраться, быть красоткой, это вот нужно к Алмазу. Блин, я такая довольна, что красиво выписываюсь. Красоток поснимаю, приехали ко мне. Мамочка одна, вторая. И Танюшка наш фотограф. Привет. Сейчас будем одеваться, собираться, все уже готово. Так, и цветочки Вовы домой везем. Все домой. Танюшка нам такие кадры сделала. О, Танюшка, у меня фильтр наложился, маска. Сейчас тебе покажу. Жизнь поменяется на до и после. Все, все. Вот она, мама. Это мамские принимают. Да, теперь ты в наших рядах. Поехали. Домой. Ой, мамочка наша. Смотрите, какая красотка!
Сейчас Лялю принесут. Лялечку. Сейчас давай запустим шары в небо, у нас там запустим. Еще есть. А, да, и вот эти надо собрать тоже. И вас как запущу всех. Вот, вот она. Вот она, мамулечка. Поздравляем вас. Ой, какие вы хорошие. Встаньте вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. Ой, 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 мамочка наша. Каждый день. Ничего у них страшного нет. Смотрите, какая красотка. Сейчас Лялю принесут. Лялечку. Ой, так непривычно. Уже такая Лялечка маленькая. Носочки маленькие. Нашли вот здесь комнату одну, материальную. Как вы думаете, что там делают? Так, матерятся, кто-то сказал, да? Матерятся. Так, кто там еще? У меня был вариант, что девочки воздают. Материальная составляющая, Танюш. Материалы какие-то. Материалы. Ребят, что вы думаете по этому поводу? Все, собираемся, выходим. Девочки, выходим. Мать, смотри. Ой, красавица. Мать, все, ничего не знаю. Да, мальчика, попробуй, что скажи. Все, выходим. Жизнь поменяется на до и после. Все, все. Вот она, маманя. Маманя вышла. Поехали. Домой, домой. Ой, посмотрите, какая красота. Саша ожидает. И маленькую Лялечку. Танюш, повернись, мы такой тебя не видели еще. Таня очень крутой фотограф, она на выписках вообще спец. Сейчас давай запустим шары в небо, у нас там запустим. Еще есть. А, да, и вот эти надо собрать тоже. И вас как запущу всех. Вот она, мамулечка, поздравляем вас! Ой, какие вы хорошие! Встаньте вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. Что, мы сейчас будем запускать шары. Все готовы. Прабабушка стоит. Вот они все. Иди. Будем запускать. Садись. Все. Давайте, мы вас любим. Давайте в новую жизнь. Спасибо, что приехали. Спасибо. Все. Мы еще увидимся. Все, в новую жизнь. Все. Давайте, жизнь. Давайте, в новую жизнь. Спасибо вам за поддержку. Ты говори, не целую все. Почему? Теперь вас трое. Теперь вас трое. Почему? Спите, отдыхайте, любите друг друга, размножайтесь. И еще раз приезжайте. Девчонки, спасибо. Танюш, спасибо. Пока. Пока. Всем добрый день. Произошла выписка, и все это сопровождалось градом, снегом непонятным. Ну, мы считаем это на богатство. Да, это на богатство. Посмотрите, какая красивая у меня сидит мамочка. Вся машина в цветах. Спасибо огромное, хочу сказать.